Рабочая неделя в администрации района началась с расширенного совещания. В начале планерки глава района Заур Хамирзов выполнил приятную миссию. Наградил почетными грамотами сотрудников органов местного самоуправления Кашхабльского района. На днях они отметили свой профессиональный праздник. Решением Президиума Высшего Совета Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления медалью за развитие местного самоуправления награждается Брянцев Александр Валентинович, председатель Совета народных депутатов муниципального образования. Знаком за развитие местного самоуправления награждается Бравков Руслан Корольбеевич, глава муниципального образования Белгайской области. Благодарность Совета Ассоциации волонтерских центров за развитие добровольческого движения Российской Федерации, организацию и проведение социально важных проектов и активную гражданскую позицию объявляется Гумовой Анжеле Нурбиевне, ведущему специалисту отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Кашхабльского района. Благодарность Министерству образования и науки Республики Адыгея за активное участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» объявляется ДЭЦКО Андрею Григорьевичу, главе муниципального образования Майско-Сибирского поселения. Косицыной Натальи Владимировне, главе муниципального образования Майско-Сибирского поселения. Киргашевой Расите Руслановне, заведующей отделением семьи материнского детства Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея, Кашхабльский комплексный центр социального обслуживания населения. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня местного самоуправления почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабльский район награждается Мамижева Венера Беслановна, заведующая отделом экономического развития администрации муниципального образования Кашхабльский район. Купов Рустам Бесланович, начальник управления муниципального финансового контроля администрации муниципального образования Кашхабльский район. Багадирова Нуриет Чешмаевна, специалист первой категории по социально-бытовым и культурным вопросам администрации муниципального образования Геркайское сельское поселение. Полоков Давлетчерей Нуриевич, заместитель главы администрации муниципального образования Чечетинское сельское поселение. Бучко Светлана Анатольевна, главный специалист администрации муниципального образования Вольнинское сельское поселение. Гагуноков Азамат Нальбиевич, начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образования Кашхабльского района. Гумова Анжела Нурбиевна, ведущий специалист отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Кашхабльского района. Дроболева Виктория Анатольевна, ведущий специалист по правовым вопросам администрации муниципального образования Майское сельское поселение. Костоков Азамат Асланович, начальник правового управления администрации муниципального образования Кашхабльский район. Молчанов Андрей Владимирович, главный специалист по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования на Кирбовское сельское поселение. Тлюпова Елена Михайловна, начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета, управления финансов, администрации муниципального образования Кашхабльский район. Заместитель начальника управления сельского хозяйства, администрации муниципального образования Кашхабльский район. Туторишева Фатима Маюровна, ведущий специалист управления образования, администрации муниципального образования Кашхабльский район. Чернышова Елена Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Игнатьевское сельское поселение. Далее участники совещания перешли к рассмотрению текущих вопросов. Повестка дня включала в себя 9 важных тем. Ход призывной кампании, достижение KPI-показателей, проведение всероссийского субботника, работа комиссии по муниципальному земельному контролю. Эти и многие другие вопросы были детально рассмотрены. В завершении глава района пожелал всем плодотворных рабочих дней.